типа, тут типа блогер, а, типа блогер, тут типа блогер, ага. Типа блогер, тут типа блогер, а. Спасибо за внимание, ссылка в описании, да. Всем салют, я Артём Михей, вы на канале Типа Блогер. Сегодня вторая часть, как мы делаем ремонт. Кто не видел первую, ссылочка будет вот здесь, вот наверху. Сегодня у меня задача покрасить остатки стен вторым слоем, после чего будем покрывать лаком. Так я понял, лак называется он для специально водоэмульсионных покрытий, чтобы придал цвет блеск, больше блеска. То есть вот на фоне серые у нас светло-серые стены и будет с блеском. Также сегодня заедет человек по поводу замера потолков. Надеюсь, на этой неделе уже сделаем и потолки. Я думаю, даже потолки включим в этот выпуск. Как-то так, я переодеваюсь и погнали. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, колокольчики. И обязательно пишите комментарии, поддержите, пожалуйста, канал и непосредственно меня, мое начало на YouTube. Буду очень благодарен. Погнали. Вот такая вот баночка. Я думаю, ее будет достаточно. На наш первый этаж. Вот как раз таки здесь показывается, что с переливанием типа пурпура. Производитель Тикурила. По итогу расскажу, какой итог. Вот такой цвет получился у нас после двух окрасов. Благодаря урокам на YouTube я понял то, что изначально первый слой мы окрасили валиком вертикально, второй горизонтально. В целом результат у меня удовлетворяет. Я думаю, посмотрим, как будет после лака. Какой у нас на сегодняшний день потолок. То есть не просто прямоугольник, есть определенные сложности, так как есть лестница. Решили натягивать белый мат и делать точечный свет. Весь процесс обязательно выложу на канале, посмотрите. И ссылочку на ребят тоже оставлю, обязательно сделаю отзыв. Фирма, на которую я определился, это Сеньор Потолок. Вот такой результат мы получили. Я полностью доволен. Хотел бы большую благодарность выразить монтажной группе. Спасибо парням за выдержку, за профессионализм, за мои постоянные непонятные для них вопросы. Большую благодарность контакт-центру за индивидуальный и грамотный подход к клиентам. И, конечно же, представителю фирмы Роме, который выслушал меня. Мы с ним полностью обговорили все моменты. Большое вам спасибо, ребят. Полностью процветание вашей фирме. Только вперед. Хочу сказать то, что на мой счет, как я считаю, то, что цена-качество – это лучшая вообще фирма в нашем регионе, в нашем городе. Так что я также оставлю ссылку в описании. Если кому-то нужны потолки, вы можете промониторить множество фирм и связаться с ребятами с этой фирмы и поймете то, что меньше цену, которую предлагают они, вы в городе не найдете. Как-то так. Ну, на этом данный выпуск подходит к своему логическому завершению. Также в этот день приезжал мебельщик Николай. Я некоторые отрывки вам сейчас продемонстрирую и хотел бы вас спросить, пишите в комментарии, хотели бы вы отдельный выпуск, как мы делаем и собираем кухню. То есть досконально из каких материалов,
как лучше подойти. То есть Николай в общих чертах вам будет объяснять, почему цены варьируются, от чего они варьируются, почему одна кухня практически идентична, стоит столько, это столько. Чтобы вы понимали, что вам нужно и как заказывать. Николай уже более 10 лет работает на рынке мебели, и он полностью может вам рассказать, что, как, зачем. Я очень рад, что мы определились именно на Николая. И если вы хотите данный выпуск, пишите в комментариях. Мы обязательно отснимем. Как-то так. Всем пока.